это я страшная, потому что не накрашенная. И вообще, я советую молоденьким девушкам походить в школу моделей не для того, чтобы быть моделью, сниматься где-то. Но если вы, конечно, вы суперкрасавица, вам это нравится, вы можете ей стать. Но всем остальным, не красавицам и красавицам, не бывают некрасивых женщин, как вы знаете. Нужно уметь себя преподнести. Также девушек. В общем, советую молодым девушкам походить в школу моделей для того, чтобы научиться правильно ходить, правильно себя нести. И в какой бы вы одежде не были, как бы вы накрашены тоже не были, какая бы у вас ни была прическа, и дешевые или дорогие туфли, при самых дешевом мейкапе, при самых дешевых вещах вы можете выглядеть лучше, чем девушка вся накрашенная в Шанель или одета в Дольче Габбана. Школа моделей дает такой эффект, вас учат ходить, преподносить себя в любой одежде, держать себя уверенно. На все 100, ведь мужчины чувствуют, когда женщина не уверена в чем-то и даешь слабинку, значит, особенно с нашими мужчинами, такие дела не проходят. Вы занижаете самооценку себе, и мужчины уже не так с вами себя ведут. В общем, желаю походить в школу моделей, чтобы научиться себя правильно преподносить и убирать свои комплексы, учиться правильно ходить, ведь если вы будете красиво идти, вас будет видно из тысячи, вас только одну. Вас увидят, вас заметят. Также я советую всем, ну, может, кто-то не уверен, или просто хотя бы попробовать, хотя бы для себя, не для широкой аудитории, а для себя, попробовать поснимать видео на YouTube. Это дает также уверенности в себе, убирает недостатки вашей речи, потому что вы будете видеть, как вы говорите правильно, нет, мычите, не мычите, вашу мимику, потому что также вы разговариваете с людьми, также будет это развивать вашу речь. И если вы где-то публично выступаете, это придаст правильной мимике, правильная речь для вас. Плюс вы будете видеть свои недостатки в вашем макияже, будете исправлять ваши прически, ваши стрижки. Также вы можете увидеть свое лицо, правильность вашей стрижки, правильность вашего макияжа. И, может быть, даже смените свой стиль, смотря на себя. Вот, научитесь себя правильно преподносить. Так что я считаю, что YouTube – это очень хорошая штука, чтобы исправить свои недостатки и убрать свои комплексы. Да. Надеюсь, мои советы вам чем-то помогли. И вообще нужно себя любить, ценить, ставить какие-то цели, задачи, задумки. И я думаю, что это будет потихоньку исполняться, если верить в себя, верить в свои силы. И как бы вас не унижали, как бы вас не оскорбляли, не хотели как бы опустить, всегда держитесь, будьте уверены в себе, старайтесь не поддаваться на людские как бы унижения, бывают люди-вампиры, старайтесь не поддаваться на это, верьте в себя, любите себя, знайте, что вы самое лучшее, самое сильное. И самое умное, самое красивое. И школа моделей также вам даст много фотографий красивых, воспоминаний о своей молодости. А YouTube даст вам видео, также какая вы была молодая, красивая и счастливая. Почаще улыбайтесь. Всем хорошего настроения, красоты. Много хорошей косметики, удачи и любви.